город Барселона. Барселона, Барселона. Друзья, сейчас находимся в парке. В общем, поднимаешься на этом фуникулёре снизу с города и вот сюда вот наверх он поднимает, вот этот парк. Огромный такой парк, здесь можно гулять, ходить. В общем, приятное место. И отсюда такой вид на сам город. Полиция у нас тут или скорые разъезжают. Здесь, кстати, митинги разные проходят. Эти демонстрации. Недовольны испанцы своей жизнью. Говорят, чтобы зарплаты повысили или оставили такими же, точнее. Там, видать, из-за этого кризиса произошло какое-то понижение зарплат, что-то там случилось. И вот против этого сейчас идет активные действия, здесь проходят. Примерно так же, как и в Греции проходили такие же движения. Вон сторона, на той стороне у нас море. Сейчас мы попробуем, где-то здесь должен быть вот этот большой фуникулер. На этом большом фуникулере вон до той башни добраться и оттуда уже вон туда дальше, на ту башню добраться, до низа, то есть до пляжа доехать. Прекраснейшая погода у нас сегодня стоит. Вон он, низ города. Пойдем отсюда, наверное, здесь где-то вход это должен быть. А вот он точно, на фуникулёр. Так, вроде здесь.